Потянул. Вау! Ребят, смотрите, мы сейчас с вами побросали, когда мы с вами отрывались, да? То есть, я вот что вам скажу еще раз. Ребятки, запомните, на каждое действие есть противодействие. На каждую атаку есть контратака. Соответственно, чтобы минимизировать контратаку или атаку соперника, вы мне скажите, я вам хочу задать простой вопрос. А что нам приносит победу на соревнованиях? Дух. Мало. Мало. Горец, эмоции. Упорство, умение. Подготовка. Это все вы вспомните. А что приносит? Атака приносит победу! Атака! Не защита! Вы говорите о качествах человека, а я говорю о соревнованиях. Чтобы побеждать, можно красиво защищаться, быть красавчиком, но если ты не бросаешь, если ты не атакуешь, победы не будет. Вот поэтому всегда вы тренируете свою атаку. Атака должна быть грозной. Вот я вам уже показывал, да? У вас должно быть все очень четко. Вы только отрываетесь. Я уже так. А теперь мы сейчас поработаем сразу в другую сторону. Но теперь мы поработаем с обоюдным захватом. И когда соперника мы будем атаковать вторым темпом эшелона, не всегда получается соперника атаковать одним темпом. Чем у соперника выше мастерство, тем, соответственно, я готовлю под него 2-3 темпа. Я могу атаковать 2-3 темпами. Не получилось первым, вот я здесь отвечал, наконец-таки я вышел, я был без связи по региону России, потому что там такая тяжелая очень обстановка, у меня не было интернета, я ничего не выкладывал. Вот, значит, и я всегда всем говорю, в боксе начинают с защиты. Защита начинает стоять, в сагу надо делать набрать. Надо ставить хорошую атаку. Смотрим. Посмотрите, чтобы вы, Михалыч, давай чуть-чуть сюда немножко. Сейчас разбираем медленно, да, а потом как из пулемета, да? Или с, или с гранатомета. Или с ПЗРК. Или с самолета. Без разницы. Вот, смотрим сюда. Посмотрите, сейчас у нас бывает вот так. Посмотрите, соперник у нас здесь перехватил. Посмотрите, как правило, лево-направо. Лево-направо. Посмотрите, здесь то же самое. Да, здесь то же самое приход. Либо отворот, либо руку, без разницы. Здесь без разницы. Посмотрите сюда. Очень важно здесь. Мы сейчас будем комбинировать. Посмотрите, чтобы было всем очень понятно. Если вы думаете, что вы будете руками соперника завести, и он шагнет, да, так не получится. Мы обязательно, посмотрите, мы руками его... Я руками, посмотрите еще раз, идет движение. Теперь смотрите, у меня идет выхват, посмотрите, я просто, у меня идет подшаг. Да? Видишь, какое идет движение? И вот в этот момент, смотрите, я уже ничего не перехватываю, у меня идет, посмотрите, обязательный взрыв, я задаю движение. Видно, что получается? Я сейчас не добавляю никаких шагов. Я не трачу никакое время. Здесь, посмотрите, что лево. Можешь вправо развернуться, без разницы. То же самое, здесь также можно атаковать. Посмотрите сюда. Мы когда соперника разворачиваем, надо атаковать соперника в две стороны, без разницы. Где он здесь держит, без разницы. Посмотрите еще, руки, посмотрите. Еще раз, посмотрите на движение моих рук. Опять двигаюсь, руки остались. Видно, что получается? Поэтому у нас очень важно, вы соперника всегда закручиваем. Еще раз, посмотрите, ребят, когда я соперника закручиваю, раз, посмотрите, у меня идет подшаг на руку. Руку, видно, сразу от себя отстегну. Движение. Посмотрите, я не делаю никаких там подшагов. Посмотрите, у меня движение идет, одним во что-то, посмотрите, руда пошла, я на разгляду. Видно? Я даже портовок развязался. Мы можем сделать так, что они могут у тебя слететь. Слетать сможем. А теперь смотрите, чуть-чуть покажем движение. Михалыч, остался. Мы сюда, как это делать? Не надо закрепощаться. Сейчас будет одним темпом. То есть сразу посмотрите. Мы соперника завели только так шире. Раз, два! Да уже так. Встаем. Опять.
Качнули, завели его. А, сколько? Ба! Я уже там. 5 минут один, 5 минут другой. Небольшая ремарка. Наоборот, так же просто плечами заходим, когда через плечо бросаем, да? Еще раз. Ну, просто через плечо. Так же докручиваемся, как вот мы делаем и с односторонним, и с двустороннего. Конечно, да. И смотрите. Да, чтобы вот пояснение, да, чтобы всем было понятно. У нас всегда, чтобы было всем понятно, посмотрите по движению. Когда я его завел, раз, рука пошла, смотрите, мое плечо, передвижение. Я всегда плечо не заходит. Почему? Понятно? Нет? Покажу по-другому. Михалыч, Татарский, убирай ногу. Понятно? Опять кольцо. Когда у меня плечо находится вот здесь, как учили в Японии. Понял, что? Алина, по себе. Он будет, но не сможет припать, потому что я его сразу начну оттуда. Движение идет очень плотно. Ему нужно быть настолько, что вот так ему надо будет уйти. А это очень тяжело сделать. Поэтому, вы можете попробовать просто. Мы сейчас разбираем разные варианты. Вы попробуйте разные варианты. Вы можете сделать вот так. Посмотрите, вы боремся. Раз, перехватил. Два, три. Два! Еще раз. Смотрите. Боремся. Смотрите. Потянул. Вау! Такие разные варианты. Лево, право. И мы поработали еще вперед-назад. Попробуйте.